Информационный партнер проекта – Нотариальная палата Пермского края. Доказательство в суде, предоставленное нотариусом, является бесспорным и достоверным. Практика привлечения нотариусов в поиске доказательств используется уже давно. Однако раньше процедура проходила только в досудебном порядке. Сегодня собирать доказательства путем обращения к нотариусу участники спора могут и после начала судебного процесса. Целью обеспечения доказательств является исключение возможности их утраты, уничтожения, непредставления, без чего нельзя будет установить истину и правильно разрешить дело. Задача данного нотариального действия состоит в том, чтобы оперативно и квалифицированно оказать помощь физическим и юридическим лицам в фиксировании доказательств, из которых суд и административные органы смогли бы сделать выводы о правах и обязанностях лиц, участвующих в деле. В порядке обеспечения доказательств нотариус допрашивает свидетелей, производит осмотр письменных и вещественных доказательств, назначает экспертизу. Нотариус при поиске доказательств может осмотреть веб-сайт, электронную почту, почтовую корреспонденцию, звукозаписывающие устройства, мобильные телефоны, места предполагаемого незаконного строительства, места происшествия. Кроме того, широкое распространение получила практика обеспечения доказательств путем осмотра информации, находящейся в интернете. Осмотр такой информации требует, как правило, незамедлительной фиксации нотариусом, так как может быть удалена или изменена. Одной из целей осмотра информации, находящейся в сети интернет, является защита авторских прав граждан и юридических лиц, защита чести, достоинства и деловой репутации, подтверждение неправомерных действий, письменное подтверждение условий договора. Обеспечение доказательств, согласно статье 102 основ законодательства Российской Федерации о нотариате, является нотариальным действием, которое совершается на основании письменного заявления заинтересованного лица, в котором указывается содержание рассматриваемого дела, сведения о сторонах и месте проживания или месте их нахождения, доказательства, которые необходимо обеспечить, обстоятельства, для подтверждения которых необходимы эти доказательства, и причины, побудившие заявителя обратиться с просьбой об обеспечении доказательств. Нотариус производит осмотр информации в соответствии с нормами гражданского процессуального законодательства. Чтобы получить доказательства, необходимо предоставить нотариусу паспорт заявителя, либо доверенность представителя и его паспорт, адрес страницы в сети интернет, пошаговый доступ к страницам интернет-сайта с указанием всех ссылок, к которым нотариус должен будет обратиться. В скором времени получить доказательства от нотариуса можно будет удаленно с помощью интернет-ресурсов. Роман Лобурец, Александр Наприенков, Ветта 24.